Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в смайлики «Охотники за сокровищами». Честно говоря, прошлый выпуск меня разочаровал, потому что такие адские сложные уровни были, а тут еще дальше будет что-то. Но попробуем. Вообще, можно было бы по-хорошему и переключиться на какой-нибудь уже другой. Я что-то давно не играл и уже забыл управление. Придется опять вспоминать. Так, куда я попал? Опа, я влип. Игра прикольная, конечно, но уровни адские сложные, что-то прям пошли, на мой взгляд. Наверх, 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 скорее. Как интересно, а как я должен вот это вот все достать? Я же там застряну. Он же вот этой штукой вниз же не копает. Опа, какого черта, а? Да блин. Вот, кстати, Z, я тут нажал на Z, Z это он влево пилит. А как вправо? Как вправо-то пилить? Да лезь ты, ё-моё, чё ты застреваешь-то? Тупишь-то, я имел в виду. Придется вот так вот несколько кругов сделать. А, вот как это нужно было доставать. Опа, вот тут нельзя сейчас. Я опять в ловушке. Блин, надо использовать вот этот предмет, чтобы отвлечь этого коричневого гада отсюда. И у нас их 10 штук причем. Ну-ка. Это задержит его. И я надеюсь, что надолго. Скорее, 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 скорее. Нет, не успел, не успел. Но надо это сделать. Так, а давайте вот эти достанем. Thank you.
Этот уровень гораздо легче, чем те, которые мы проходили в предыдущем выпуске. Я это вижу по расстановке сокровищ и, в принципе, по... по его маршрутам и так далее. Давай-давай скорее. Да куда ж ты спрыгнул-то? Это просто затормаживает его. Скорее, скорее, скорее. Да куда ж ты спрыгнул опять, а? Колобок недоделанный. Ой, скорее прыгай. Нет, так это небезопасно. Я тут застряну. Отвлечь надо его снова. Вот так вот рассчитывали это дело. Отлично, этот уровень мы прошли. И даже ключик нам не потребовался в конце. Это замечательно. Так, тут врагов я не наблюдаю. Но, может быть, они где-то наверху есть. А, вот он появился, скотина, падла. Ну, вряд ли у него есть парашют. А я же не смогу потом выбраться оттуда. Как я это должен сделать, интересно? Ну, предположим, что вот так. Да блин, он догоняет очень быстро.
Здесь-то понятно, здесь легко, а вот там я не понимаю, как выбраться. О, подох, но он возродится потом. Но пока его нету, попробуем что-нибудь сделать. Вот как до этих добраться, надо подумать. По-моему, тут лестницы не просто так стоят. Я что-то не понимаю, если честно, как это делать. Вот так. Так, я это сделаю, когда вспомню, как я в том месте это сделал. Это его ненадолго задержит. Пока он там сидит, будем разбираться, как достать эту фигню. Я, кажется, понял, как эту достать. А, нет, не понял. Нифига я не понял. Но разберемся. Пока он там в заточении, разберемся. Я что-то не понимаю, как эту достать. Но тут... как-то же можно. Давайте разберемся. Он же не может из-под верху копать. Так. Сейчас подумаем. Сейчас подумаем. Ну-ка, как бы это сделать? А, тут пузырьки помогут. Сейчас. Но надо еще раз, потому что я застыл на месте. Ну, и это надо быстро очень делать. Я не понимаю, как это быстро делать. Блин, еще раз придется. И сначала придется еще от этого убежать. Блин, не успел.
Ну зачем он так высоко лезет-то? Заманить его в дырку в ту надо. Вот так. Так, все, теперь он нам не мешает. И попробуем сейчас это сделать еще раз. Я, кажется, догадываюсь, как это сделать надо. Но это надо быстро действовать очень. Так. 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 Да, блин, это очень быстро действовать надо. Тут надо скорость. О, я это сделал. И все, выбираемся отсюда. Теперь думаем, как эту достать. С этой, наверное, то же самое все. Так. Так, ага, и так. А, тут даже полегче. Здесь полегче даже. Ладно, хорошо, самое сложное, по-моему, достали. Достаем остальные. А давайте... О, давайте заманим этого в ловушку. И пусть он там остается, короче. Раз уж мы там все достали, нам больше ни к чему это. Сейчас заманим его туда в ловушку, и пусть он там сидит, нам не мешает. Оба. Ну и сиди там на здоровье, все. Так, здесь надо вот так прорыть, вот так и вот так. И выбраться отсюда вот здесь. А теперь вон те две остаются. Самое сложное это вот это вот было. Вот это вот самое сложное было. Теперь... Теперь ключик. Прошли уровень, отлично. Уровень был непростой. Но будем... Блин, а ведь этот чудило здесь. Ну, действовать надо было быстрее. Да блин, тут надо... Я не знаю, когда надо действовать. Да не динамит я просил! Я динамит просил, вообще-то. А, тут надо... Надо его как-то отвлечь. Ну, он... Слишком быстро добирается до меня, надо его как-то отвлечь. А я же в ловушке, и мне некуда деваться. Что-то сложное, что-то опять сложное как-то. Надо у врага этого убрать, он слишком близко ко мне. Надо заранее динамит этот ставить. Нет, еще более заранее.
Да блин, я сейчас я наоборот слишком поздно поставил. А я не успеваю никак его поставить раньше. Я бы просто бы не успел тут. Короче, надо как-то на перегонки с ним бегать, иначе никак. Блин, мы сейчас оба сдохнем. А я же застрял. Надо у чувака этого убрать как-то нафиг. Он просто, он мешает, он не дает мне проходить. И убрать я его не смогу. Просто никак я его не смогу убрать. Вот так вот быстро. Вот так вот. Опа, я в западне. А нет, не в западне. А вот теперь в западне, мне не выбраться отсюда. А мне на ту сторону никак не добраться без перегонков с этим чувачком. Жаль, сразу два нельзя взять. Вот отвлекающую фигню бы сюда. До этих, до той мне не добраться. Да не туда, не туда поставил. Короче, нафиг этот уровень. Давайте следующий этап посмотрим. Какой это вообще уровень? А, понятно, тут тоже. Ну, подумаешь, два уровня не прошли. Давайте следующий этап, короче. Арктика и холод. Давайте что-нибудь новое уже посмотрим. Что-то я от этого уже устал. Что-то какие-то сложные прям. Ладно. Давайте новенькое уже что-нибудь посмотрим. Тут новые враги, тут новая музыка, тут новая локация. И новые скины наших врагов. Но сами враги по поведению такие же. Я так полагаю. Там, оказывается, был выход другой. О, как я успел убежать. Мне пришлось переключиться на стрелочки, потому что мышью убегать вот здесь уже было совсем неудобно. Ну, я тут ничего бы уже сделать не мог. Но уровень, даже первый уровень довольно-таки нелегкий. Я опять в ловушке, но чтобы вот эти вот собирать, это надо, чтобы враг
слишком далеко находился от того места, куда я иду. Так, все, эти собрал. Надо успеть теперь удрать отсюда. Но, не успел. Да не в ту сторону, дурак, блин. Тут же более быстрый способ есть. Так, мне уже не удрать отсюда. О! А это идея, кстати. А, нет, подождите, нет, это не... Нет, можно врага убить таким способом. Убить можно, застрять он там не сможет, конечно. Но его можно убить таким способом. Что на время нам поможет. Давайте попробуем это действительно сделать. Его можно таким способом убить. А, и он будет так спрыгивать. Ладно, давайте еще раз вот таким способом сюда заберемся. Да что ты не собираешь ты ее? Блин, не успел немножко. Не успел, но сейчас попробуем. Попробуем. Надо попробовать это сделать. Это надо... Ну, это быстренько очень надо делать. Попробуем. Давайте попробуем это сделать. Давайте, давайте попробуем. Да блин, ну это я из-за того, что и не в ту сторону опять долбанул. Не в ту сторону. Я вот ненавижу это управление. Оно просто неудобное. В этой игре управление отстой. Просто отстой. Давайте. Вот так вот, пусть там застревает. Вопрос только, где враг? Сваливаем отсюда. Надо точно так же, короче, заманить его в ту сторону. Теперь. Добудем эти сокровища, потом... А добудем вот эти вот оставшиеся в середине. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Подыхай, а мы сейчас сбежим, пока он будет возрождаться.
И все, сейчас мы вот эти оставшиеся добудем. А что я с этим сделать должен? Я все кирдык. Блин, ну что-то я... Что-то замудрили я бы... Вот я хочу вам сказать. Да не в ту сторону! Опять. Блин, не взял. Ну почему не взял, а? Так, давайте снова проделаем этот супер трюк. Блин, не успел. Слишком рановато пошел. Так, все, сбегаем отсюда. И давайте, наверное, теми сокровищами займемся. На самом деле, все проще, чем я думал. Я просто что-то как-то не тут... Я просто не так, что-то не так, не так делал это. Добывать вот эти сокровища гораздо легче, чем кажется, чем мне казалось. Пусть этот уйдет сначала. Ну я в западне опять оказался. Ну ничего, сейчас пройдем. Я, во всяком случае, понял, что надо делать. Да ё-моё, опять не то сделал! А, блин, а. Рестарт. Господи, меня это бесит игра, если честно уже. Это сложно, сложно. Да блин! Да это закончится уже наконец, а? Я уже устал. Вряд ли я эту игру полностью буду проходить, потому что, ну, это жесть какая-то. Так, заманим его в ловушку его снова.
Вот так. Ага, он застрял, он теперь не может вылезти, он теперь не сможет вылезти оттуда. Прекрасно. Ну что ж, это нам на руку играет, конечно, здоровски. Остается только он тебя последний добыть. А единственное, на что останется надеяться, это на то, что ключик будет не в том месте. А, слава богу, его вообще не будет. Все, я этот уровень прошел. Ну. О, даже с призом. С золотым призом. Но тут хотя бы нету этих врагов, которые гоняются за мной повсюду. Потому что это жесть какая-то будет там дальше. Блин, как неудобно с мышкой летать. Он будет медленно падать. Это поможет нам, конечно, да. Ой, жесть какая-то. Теперь на следующую вот эту. Так, теперь, надеюсь, он меня не достанет. Вот так. Так, 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 так. Хорошо, хорошо, идем. Неплохо, теперь правую сторону. Ай, нет! Ненавижу эту игру, ненавижу эту игру. Давайте правую сторону сразу и будем. Левую, точнее, извиняюсь. Искать, абы собирать. Блин, какой неповоротливый, а. Я ненавижу это. Давай, давай, давай. Ё-моё, почему? Какое тяжелое управление сделали в этой игре, а? Скажите, ответьте мне на этот вопрос. Я очень... Жду ответа на него! Как меня это задолбало, я уже не могу в это играть. У меня аж монитор что-то потух. Ну нафиг, блин, монитор сломал, я офигел нафиг. И монитор, у меня монитор потух, у меня черный экран, я ничего не вижу. Так, отошло что-то или что, я не знаю. Ой, ну-ка, где провода там у меня? Вот обычно такое происходит, когда вот... И, кстати, что-то кнопочка не горит. Я вот нажимаю, монитор не включается. Короче, я монитор сломал сейчас. Я сломал монитор, блин. Ой, блин, капец какой-то нафиг. Ой, ну что я тебе... Ну что ж, единственное, что мне сейчас остается, это сказать спасибо за просмотр. С вас и господь подписался, с меня эпичные видосы.
Подписывайтесь на мой влоговый канал, на канал в Дзене, в группу ВКонтакте. И я надеюсь, я смогу выяснить, что, почему у меня потух монитор. И это всем пока.